Сергей, морда кислая. У тебя камера работает? Давай дадим это, ему что надо снимать.
Загружается рука, потом выворачивается. Да, загружается рука и все приходит, да. То есть начиная с руки, как бы, чтобы основное напряжение пришло, которое было в спине и в руке, пришло в лоб, в плечо. А может так не будет? Да, но в любом случае нужно сейчас попробовать, так что сейчас попробуйте. 평소에 연구하고 수련을 많이 하면
Это как бы это движение, техника этого движения действительно трудно понять за одно занятие, поэтому вы как бы должны, у вас должен появиться интерес, как правильно, и в течение долгих тренировок как бы этого можно постичь. Кстати, по Шиндюрге Чуньядан Гурвич. Вышел Хакаменцо, сукирал хорошие анашки прога дивагесу, да. Да, то есть сейчас я вам продемонстрирую, каким образом будет следующее движение. Ну, сейчас он так делает, Шиндюрге 하는 방법이 이렇게 하는 방법도 있고, 또 이렇게 하는 방법도 있고. То есть несколько способов, как делать. Да, можно по-разному это сделать. Вверх-вниз сторону. Да, вверх-вниз сторону, да. По кругу. Но чтобы это сделать, как бы вот начинать с кисти, это движение ладонь как бы идет к себе, на руку. По кругу. 손을 약간 틀면서 상대의 엄지 쪽을 불러제칩니다. Ага. И после того, как она достигла вот этого состояния верхнего, свою собственную кисть немножко значит, она крутится в сторону и уводится вниз рука. Разворачивается и уводится на палец. То есть первое движение это вот, потом второе движение это вот, потом вот, и на палец. 같이 이거를 한 번에 하면은 잘하시는 분들은 잘하고 있는데 조금 서두르신 분들을 위해서 구분 동작으로 하겠습니다. 구분 동작. 그 뭐 이 это движение есть тех, кто хорошо делает, для тех, кто испытывает какие-то трудности. Сейчас мы разделим его на несколько движений. 네, 짠 맞춰서 보세요. 봐봐요. 아니, 두시 두시. 파라미 스탠트 сейчас будет подсчёт делать. В тот момент, когда вы очень много потренировавшись это движение, осознаете, как правильно говорить? Да, сейчас сделаем следующее движение. 이번엔 약간 저 손으로 잡혔는데 이 손으로 잡혔습니다. Да, теперь вот в отличие от другого предыдущего движения, другой рукой захватит. 요거는 힘 기울이기를 아까 어깨를 띄운다고 그랬잖아요. 그거를 То есть здесь это движение похоже предыдущим, потому что его из плеча. Загружаете плечо и выводите кисть в сторону. Не впрямую идет, а через плечо. Потом плечо. Ну, плечо, его плечо. Сначала его кисть, потом плечо. Здесь, если просто оторвать руку, то он идет вперед. Нужно через верх ввести ее потом вниз. То есть еще раз. То есть чуть-чуть в сторону, потом выводим плечо. И не отрывая как бы назад руку слишком сильно, просто сверху на ногу. Так, давайте сейчас разделим на две части. Да, давайте. Просто сильно. Такое время. Ага, то есть отступили ногой и переведя его энергию как бы в сторону, куда он делает. Сделайте вот дальше. А, пошли. Еще раз. То есть первое, ступаем левой ногой, потом сверху идет туда, и потом на выходе крутится уже кисть. Так, аллюзия. Хорошо. Сам не прыгает. Он не понял, что. То есть до примерно уровня груди подняли руку противника. И вот этой частью ладони, где большой палец.
идет захват кисти. Раз. Потом поймали. То есть здесь продолжает как бы напрягать руку, и поэтому не получается. То есть здесь уже идет движение тогда корпусом, да. То есть тоже нужно. Раз, два и корпус. Там мы вышли. Да, попробуем вместе. То же самое. Здесь нельзя просто отрывать руку, тогда...